Вот вам центральную набережную показываю Волгограда нашего. Объект культурного наследия. Это значение. Ансамбль набережный 52 года. Людей мало, потому что сейчас кто учится, кто на работе. Но все равно есть немножко. Он приезжий есть. Но мы живем все дружно. У нас вражды никому нет. Тут все наше. Вон дедушка Ленин даже есть, вот на краю дома. Вот ведь мир всем, кубок. Так вот должно быть везде. Я по ступенькам поднимаюсь. Вот наш фонтан. Этот фонтан называется «Три сплетницы». Ну, ребята, смотрите, вот улыбаются, тоже за рубежом. Вот ведь ничего не мирно себя чувствуют здесь, без всяких проблем, как-то, ну, думаете, говорят. У нас тут все хорошо, просто замечательно. Вот он, фонтанчик. Уже сезон закончился. Так он прикольный. Старый уже. Вон драмтеатр там вот дальше. Так вот, ну, немножко вам показал еще. Ну, вот так потихонечку, понемножку город вам показывать. Так, ну все, будьте все здравы.